Коронавирусом переболела еще весной, рассказывает жительница Самары Валентина Шишова. Как только в больницах города появились первые вакцины, задумалась о том, чтобы привиться. Перенесенный ковид оставил массу неприятных впечатлений, и очень не хочется повторить этот опыт, говорит женщина. В своей семье она была единственной заболевшей, родственников беда миновала. Сейчас женщина активно призывает родных прививаться и на своем примере хочет продемонстрировать действенность препарата. Я считаю, что надо привиться. В любом случае, а раньше какие болезни были? Также, пока не изготовили эту прививку и вакцины, и много же умирало людей от холеры, от испанки, от других заболеваний. С наступлением осени и обострением острых респираторно-вирусных заболеваний эпидобстановка в регионе ухудшилась. Растет число заболевших среди людей старшего поколения от 65 лет. Именно эту возрастную группу просят как можно скорее обратиться в пункт вакцинации, потому что заболевание коронавирусом в таком возрасте зачастую ведет к осложнениям. Пожилые люди тяжело болеют коронавирусной инфекцией. Осложнения, такие как пневмония, тромбоэмболия, инфаркт, инсульты, случаются как раз по причине заболевания новой коронавирусной инфекции. По данным Министерства здравоохранения Самарской области, прививку от ковида сделали 1 182 505 человек. Именно этих жителей области не коснутся дополнительные коронавирусные ограничения, введенные для снижения риска заболевания людей. При наличии специального QR-кода они продолжат посещать учреждения культуры, смогут беспрепятственно проходить специальные ковид-фризоны и заниматься спортом в фитнес-центрах. Михаил Ермоленко, события.